Громко. Добрый день всем. Мы сегодня продолжаем читать книгу Маниту «Тайна еврейства». Мы немного продвинулись уже в первой главе, которая говорила про творение. И сегодня мы находимся в части, которая говорит о смысле истории. Мы немного говорили об этом в прошлый раз. А в этот раз мы дошли до такой довольно странного параграфа, который он не объясняет, собственно, что конкретно он имеет в виду. Сейчас я у себя... Это «Назначение истории» называется глава, да? Да, нет, ну дальше там. Это не первый абзац. Это, мы начали этот абзац и дошли до точки, где он говорит, что этот мир... Я прочту только абзац, просто мне хотелось немного понять, о чем он говорит. Этот мир был сотворен таким образом, что существует разрыв между совершенной сущностью Творца и конечной сущностью сотворенного. Это понятно, да? Это в любом восприятии мира, как бы мы... его не воспринимали и с точки зрения философии, и с точки зрения каббалы. Есть разрыв. Невозможно представить себе, что нет разрыва, что наш мир является органической частью бесконечного. То есть, поскольку он конечен, он бесконечный, сенсов, он где-то должны они прерываться. Вопрос, насколько, какой тип этого контакта. Разные философы его понимают по-разному. И в каббале, соответственно, тоже бывает, скажем, в философии это трансцендентное имманентное восприятие Всевышнего, когда имманентное говорит, что мы просто часть этого бесконечного мира, ограниченная какая-то, но тем не менее влияние Всевышнего пронизывает весь наш мир. И трансцендентное отношение, когда говоришь, что нет, есть разрыв, Всевышний отделен от мира. И понятие «душа» в таком подходе, он говорит об отделенности, не о том, что ты не должен воспринимать весь этот мир как часть божественности. Это довольно примитивное такое описание, но... даже на таком примитивном уровне понятно, что это немного разный подход. То же самое есть и в каббалистических разных подходах. Тоже есть разные видения этой картины, которые заключаются в том, что по-разному понимают понятие цинцум, то есть редукция того, что Бог сократил себя, создал пустое пространство. Вот это пустое пространство, которое разделяет, собственно, бесконечность и конечность. Бесконечный энцов Всевышнего и наш мир. И есть каббалисты, которые говорят, что цинцум – это капшуто, то есть это более мясногетский такой подход. Так, как он описан у Аризаля, сказано, что это цинцум, сказано, что это редукция света. Значит, так она и была. И действительно есть пустое пространство между... есть разрыв между Богом и его миром. А другие каббалисты говорят, нет, ты не должен понимать это по-простому. Есть много различных объяснений, как уладить, например, эти подходы, там, в частности, Альтер-Ребе Любавичского хасидизма, он говорит, там, разделяет между, как это видится с его точки зрения, Мицидо, так, с его точки зрения, с точки зрения Всевышнего, мы говорим, что ничего на самом деле не произошло. Никакого изменения и на самом деле никакого цимцума не было. Но с нашей точки зрения он существует. В этой концепции немного непонятно, что значит с его точки зрения для нас. Все равно мы точку зрения Всевышнего вообще не в состоянии осознать. Поэтому, если ты говоришь, что с его точки зрения цимцума не было, это опять же некоторая часть его точки зрения, которую мы все-таки можем осознать. Ну, это, конечно, опять я говорю, это все
очень по-простому, но тем не менее эти вот картинки, они помогают нам понять как бы наше место в этом мире. И существование разрыва, или хотя бы видимость этого разрыва, потому что даже тогда, когда тот, кто говорит это цинцум, он не кипшуту. То есть на самом деле его нет, но все-таки видимость его есть. То есть этот разрыв все равно существует, о нем можно говорить. И дальше сказано то, что мне бы хотелось подумать, как это правильно понимать. Творец создал бесконечное количество миров, которые заполняют этот пробел по горизонтали и по вертикали. То есть не просто есть какой-то разрыв, а этот разрыв на самом деле ступенчатый, в нем есть уровни какие-то, как по горизонтали, так и по вертикали. Мне кажется, я искала где-то, как правильно объяснить эти слова по вертикали и по горизонтали. Я не очень уверена, что я правильно понимаю, но у меня такое ощущение, что это говорится о том, о чем мы когда-то говорили тоже, что в Кабале есть понятие кругов и есть понятие линий. Когда круги это ассоциируется с природой, в которой нет какой-то конечной цели, нету морали особенной, нету особенного смысла. Она существует сама по себе, в ней есть законы, может быть, даже законы развития, но в ней нету высшей цели такой, которая стоит перед человечеством. И наличие высшей цели, наличие вот этого движения, морали, которое требуется от человека реализовать свой моральный выбор для того, чтобы продвинуть мир к его цели, это выражается в линиях. То есть, когда Бог сообщает человеку свою волю, когда он дает миру Тару, это прежде всего показывает человечеству, что у него есть цель, тебя не просто так в этот мир поместили, Бог от тебя чего-то хочет. И мы читаем в Торе, что Бог не просто так создал мир, а он его создал с определенной целью, чтобы ты в этом мире что-то сделал. Это мы много раз об этом говорили. И эти две тенденции, эти два взгляда на мир, круги и линии, они оба структурированы, они не просто так. А в них во всех есть некоторый путь. Слыхала, ты хуляли с дорога дали, Михаил? В них есть некоторый путь. Этот разрыв, он не просто существует и там, и там. И на самом деле, по поводу того, что если этот разрыв, если этот цимцум в откровении, в линиях, по этому поводу есть разногласия, но Рав Маниту, в других местах я видела, он считает, что он есть и в линиях. На самом деле, какой в этом смысл, что есть, что вот эти вот самые уровни, миры и системы, которые ведут сверху вниз от Всевышнего к нашему миру, что они существуют в обоих этих взглядах, и взглядах кругов, взгляды на природу и взгляды откровения, взгляды цели, которые Бог поставил перед человечеством. Когда мы говорим о кругах, то это на самом деле, казалось бы, природы Всевышний скрыт. Да? В природе он явным образом не проявляется. Тем не менее, у человечества есть задача раскрыть Всевышнего именно в природе. То есть в этой природе, которая существует как бы без всякой цели, тем не менее скрыто, скрыт Всевышний. Хотя он там скрыт гораздо сильнее, чем в тех ситуациях, когда он открывается человеку в откровении или через историю или каким-то другим способом. А природа, как бы она действует автономно, по своим законам, и где там Всевышний? Но, тем не менее, Талмуд нам всегда говорит, что если бы нам не была Тора, мы бы учили, например, там, скромности у кошки.
То есть есть в природе какие-то законы, которые намекают, что Всевышний там находится. И, например, мне кажется интересным, что если взять такую поразительную книгу Кагелет, то есть Экклезиаст, она очень непростая. И когда мы ее учим, не совсем понятно, что нам хотел автор ей сказать. Один из объяснений вообще всей этой книги, как мне кажется, это желание Куэлита, желание мудреца найти смысл в природе, найти Всевышнего за этим занавесом. И он каждый раз пытается в тех или иных явлениях жизни найти этот смысл, и каждый раз он как бы приходит снова к кругам. И очень трудно выявить из всего этого, какая роль человека вот в этом постоянным, как бы бессмысленным движением по кругу. Ну, то есть в Каэлите в самом он, эти круги, они очень-очень явно выражены. Интересно, если это я не могу сейчас так в двух словах пересказывать, как я вообще вижу книгу «Экклезиаст», но интересно, что там есть повторяющийся рефрен, более или менее повторяющийся, с небольшой переменой, в которой он после определенных, так сказать, попыток что-то понять так, с этой стороны или с другой стороны, он возвращается к нему. «Энтовлядам» – нет ничего лучшего для человека, чем есть и пить, и радоваться плодам своих дел, которые Бог тебе на себя возложил. То есть это фактически поразительное такое заключение, которое «Карпе диом», то, что называется «хватай момент», да, «пользуйся моментом», «живи в свое удовольствие». Да. Казалось бы, совершенно несовместимо с еврейской такой концепцией служения. На самом деле это то, что можно найти в природе, что в природе есть вещи, на которые на тебя возложено делать, ты должен их исполнять правильным образом, ты человек, ты должен реализовать то, что на тебя возложено, это труд, который на тебе дан, и действительно жить жизнью этого мира, полной жизнью, которую только можно есть и пить, и радоваться тому, что Бог тебе дал. И это одна сторона. Это как бы одна сторона вот этой жизни человека, которая находится в кругах. Если же мы посмотрим на продвижение с точки зрения линии, то есть мы куда-то движемся с точки зрения реализации, приближения к той цели, которую Всевышний перед человечеством поставил, то мы тоже можем увидеть, что там тоже нет такого плавного, скажем, движения. Там все время происходит, вот с точки зрения Маниту, во всяком случае, что там тоже есть цинцум. То есть человек не получает откровения в чистом виде. Он все равно должен постоянно извлекать новые и новые какие-то моральные уроки из истории. Например, конечно, там идея демократии, вот она родилась еще, скажем, в Древней Греции, или, может, еще раньше. Но в каком виде она там существовала? Вот, например, Стругацкий в одной из своих повестей, они приводят пример путешествия человека в воображаемое будущее, то есть в описанное будущее. И вот он там встречает будущее человечества, как их воспринимали эти древние греки. И вот эти два древних грека в тогах стоят, и философы, и беседуют, как у них прекрасная жизнь устроена, вокруг колыхаются поля, все счастливы, все равны, и даже у самого бедного человека есть, по крайней мере, 4 раба. Так вот они все представляли равенство. Сегодня нам вот немножко Стругацкий надеет, как бы насмехаются. Но идея у них уже была. Но реализация этой идеи, она проходит этапы какие-то. Вот приходит французская революция за равенство, за братство, за эгалите и так далее. И они начинают в результате ради этого равенства, ради счастья убивать в огромных количествах людей. Страшная идея. То есть каждый раз, когда
какая-то идея важная, необыкновенная, существенная для реализации цели человечества, она прорывается в мир, она каждый раз терпит крушение, потому что человек не в состоянии ее правильно реализовать. И каждый раз, и это собственно, тот путь, по которому мы движемся. Вот эти вот этапы, эти миры, которые расположены между Всевышним и нами, они заполняются постепенно, они влияют на наш мир, и мы продвигаемся к цели не одним каким-то скачком, а постепенно осваивая то, что то, что на нас возложено. Так еще раз, Творец создал бесконечное количество миров, которые заполняют этот пробел по горизонтали и вертикали, а также промежутки между многими оттенками самого конечного творения. То есть эти вот промежутки, они как бы от разу к разу человечество поднимается на новую ступень, подвигаясь к цели этого творения. И это для того, чтобы освободить место для исправления. Возможности заслужить право на бесплатный дар – это то, что мы уже говорили, что человек получает бесплатно очень много в своей жизни, но своим правильным моральным выбором он должен оправдать доверие Всевышнего и продвинуть себя к праведности и к полному исправлению. Это пространство для исправления является временным, но необходимым как с точки зрения времени, так и места. То есть время – это то, что отличает общие схемы, которые не временны, которые постоянны, постоянно вот это вот соотношение между божественным и миром, и мирами, которые находятся в промежутке. Тем не менее, во времени это разворачивается постоянно. Одна и та же как бы драма на все большем уровне. Согласно мудрецам, этот мир является ничем иным, как этапом перед переходом в грядущий мир. Можно поставить этот самый, да? Нужно попросить Натана, чтобы включил демонстрацию. Натан, ты с нами? Я не могу включить. Ай-яй-яй. Натан. Может, я ему позвоню? Как-то я заговорилась и забыла, что я хотела, чтобы он включил. Чтобы ты поставил, собственно. Но я пока... Натан, Аня, согласно мудрецам, этот мир является ничем иным, как этапом перед переходом в грядущий мир. Слушай, дай ему возможность поставить файл, расширить. Андрею, беседа? Да. Все, я сделал. Ага, он сделал. Как говорится в Мишне Авот, приведи себя в порядок в коридоре, чтобы ты мог войти в зал. Временность нашего мира дает нам право на мир грядущий, при условии, что мы сможем заслужить нашу жизнь, при условии, что мы превращаем дар в покупку, согласно намеку в стихе, и купил Йосеф всю землю египетскую. Я думаю, тут Рав Ашкенази говорит, подчеркивает значение вот этого временное, создание времени. То, что Всевышний создал этот мир, самым таким существенным, особенным, необыкновенным его параметром является время. Во-первых, оно как бы не существует вне нашего мира, потому что тот мир, мир божественный, он вечный. И все, что, и даже вот те миры, все миры, которые существуют до нашего мира, они тоже вечные. Это, они скорее, так сказать, как, можно понимать их как схемы, можно понимать их как принципы, как идеи, но это все, эти принципы, идеи, схемы, они постоянно существуют и работают, они не приходящие. А особенность нашего мира в том, что в нем
может быть все время продвижение. Не то, что это продвижение плавно, оно двигается каждый раз какими-то преткновениями. Каждый раз происходит заново усвоение каких-то принципов, и снова падение, и снова собирание осколков, и снова... То есть это те принципы, которые работают на протяжении всей истории, тем не менее они дают нашей истории возможность продвигаться, улучшаться и постепенно исправлять этот мир. И таким образом мы становимся, человечество становится в каком-то смысле хозяином этого времени, поскольку до того, как мы начинаем в нем работать, этот мир, он действительно целиком принадлежит Всевышнему. Он его сделал, он его создал, он нас туда поместил. Все зависит только от его воли. Пока ты ничего не делаешь в нем, этот мир не твой. Но на нас возложено его приобрести себе. Когда мы его приобретаем в заслугу, мы становимся партнерами Всевышнего в творении. И человеку в этом мире не остается ничего другого. Так, секунду. Кроме как вкладывать, работать и продвигаться, чтобы получить по заслуге то, что он получил бесплатно. С того момента, как Адам потерпел неудачу в своей миссии на всех его потомках, во всех порождениях его искр, возложена обязанность исправлять на протяжении всей человеческой истории то, что было сломано при ломке сосудов. То есть это ломка сосудов, с одной стороны, это действительно некоторая одноразовая вещь, а с другой стороны, это общий принцип, который все время существует, и он повторяется в истории. Каждый раз перед человечеством, перед человеком стоит какой-то новая задача, новый уровень, на который они пытаются подняться. Не всегда это происходит гладко. Очень часто происходит Швират Келим, а потом собирание осколков, а потом снова Швират Келим, то есть разбитие сосудов и снова собирание осколков. Но этот вот путь пробы и ошибок, это путь человечества. Он довольно тяжелый. Но это то, что запланировано, как видно, Всевышней воли. И грех Адама в этом смысле это архетип такой, когда мы хотели как лучше, а вышло как всегда. Ключ к прямому переходу от мира этого к миру грядущему состоит в том, чтобы соответствовать испытанию на моральное поведение. Отдавать и оказывать влияние. То есть, что значит моральное поведение? Это то, что Бог требует от нас уподобиться Творцу. Как он милосерден, так и мы должны быть милосердны. Как он дает без счета человечеству, так и ты должен давать. И уподобляться в этом Творцу. Мир построится милостью псалмы. Это испытание проходит каждый человек из народа Израиля. И если мы устоим в испытании братства и нравственности, то этим будут достигнуты не только личное спасение, но и общее спасение у всего мира. Как сказано, исполнив одну заповедь, человек может склонить к добру решение о себе, так же и во всем мире. Не то, что одно какое-то действие наше, милость мной оказана, или бескорыстие, или любовь к своему ближнему, беспричинная любовь к ближнему. Это то свойство, которое Всевышний от нас требует. Одно такое действие, другое такое действие, третье. Это вот похоже на то, как говорится о раскаянии, что одно действие человека может перевесить чашу весов всего мира. Но на самом деле в процессе истории оно добавляет еще капельку. Мелкие эти действия каждого отдельного человека, оно складывается в некий поток истории, который постепенно поднимает общий уровень человечества. Это не значит, что евреи сами по себе, когда вдруг вот все такие станут праведные и все будут исключительно делать только праведные дела, только отдавать, только милостью заниматься, что сразу вот во всем мире наступит мир во всем мире.
Это значит, что это, что влияние, я думаю, влияние Израиля на человечество очень сильно увеличится, и тогда весь мир сможет быстрее прийти к праведности. Творец мира представил нам свободный выбор, и вместе с ним мы получили заповеди и наставление исполнять их, прилагая все свои силы, чтобы, несмотря на сокрытие Всевышнего, привести к завершению избавления. Творец, в свою очередь, ждет, пока мы не достигнем конца истории, как намекает Сик, я сплю, но бодрствует сердце мое. Голос стучится, друг мой, отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росой полна, кудри мои каплями росы начинают. Песнь. Это интересно, что то, что я говорила, вот эти две, про Когелет, да, эти две книги, одну мы читаем в Суккот, а песнь мы читаем весной. Я даже как на эту тему лекции читала. Мне кажется, их всегда почему-то воспринимают наоборот. Коэлит воспринимает как некую совершенно пессимистическую книгу, которая говорит, что все бессмысленно, все хаотично, в общем, нет никакого смысла. На самом деле, наоборот, все, как мне кажется, что она занята поиском смысла и находит его смысл в том, чтобы именно жить полной жизнью и служить Всевышнему. То есть она соответствует как бы кругам. При этом песнь, она, как, люди воспринимают ее как гимн любви, такой прекрасный, но на самом деле там все ужасно совершенно. Она начинается с того, что девушка стремится к своему возлюбленному, в середине там они соединяются, потом он уходит, а потом она не готова к нему выйти навстречу. В конечном итоге она говорит, ну, беги, уходи там. Они не сливаются в экстазе вместе. Это триумф любви не происходит. Те, кто хотят объяснить, что это, тем не менее, оптимистичная книга, говорят, ну, это они описывают просто такое хождение по кругу. Тут. Они сейчас разошлись, а потом снова сойдутся. На самом деле, мне кажется, что как раз книга довольно трагическая. Это есть стремление души или стремление еврейского народа к единению с Всевышним, как комментируют наши мудрецы эту книгу. И оно не приходит к своей цели. Есть некоторые, так сказать, моменты откровения, есть некоторые моменты, когда ты ощущаешь его близость. А потом ты снова понимаешь, что ты где-то еще очень далеко. Хотя это вот две книги. Одна, которая пытается найти Всевышнего в нашем мире, в мире природы, а вторая – это стремление к диалогу, к откровению, к близости к Всевышнему. Это стремление вот к тому моменту, когда человечество встретится, наконец, с ним, выполнив свою цель. И поскольку мы еще до туда не дошли, то иногда это кажется трагическим. То есть можно так воспринимать песнь песни, хотя она необычная. Ну, надо сказать, что это не, я не выдумала. Вот, скажем, писатели, которые писали песни, книги на сюжет песнь песни, например, Куприна, очень трагический сюжет. И у Шолом Алейхема тоже ужасно грустный сюжет там. Так что они ощущают вот эту вот нехватку, которая с одной стороны душа человека стремится к Всевышнему, с другой стороны мы понимаем, что он еще от нас очень далеко. И в этом есть некоторый элемент трагичности. Ну, как-то мы все время живем в этих двух областях, как в кругах, так и в линиях, и движемся на некоторые употребляют это спирали. И на заключительном отрежке истории, когда все-таки мы к этому моменту подойдем, происходит самая захватывающая встреча между Творцом и совершенным человеком, встреча полная
партнерство, в которое человек имеет полное право получить все добро и истинную любовь, которую Творец стремится дарить вечно. Тогда воспоет «Ваз Яшир», да? Это «Песня на море» как раз сегодня, то есть вчера мы ее читали, и там употреблена такая конструкция, которую можно читать как в прошедшем времени, так и в будущем. «Аз Яшир», да? И можно прочесть ее, вообще говоря, по пшату, это тогда воспел Моисей, да? Но поскольку конструкция позволяет прочесть ее и в будущем времени, то можно сказать это так, что тогда воспоет Моше и сыны Израиля эту песню Господу. Народ Израиля будет петь песню избавления Творцу всех миров, и цель творения будет достигнута. Я остановлюсь немного. Скажите мне что-нибудь пока. Давайте я скажу. Давайте. Добрый вечер. Знаете, я вот тут слушала это все. Мне кажется, вот когда образовался Цимцум, это же желание Бога. Это некая контактность, это некая, ну, как бы, ну, не один участник, вот. Да, он создал расстояние между ним и нами, и мы пытаемся это расстояние преодолеть. И вот эту контактность он вложил в человеческое существование, потому что нас много. Мы должны сосуществовать как бы это на взаимном контакте. Чем больше мы довольны друг другом, тем лучше. Да. Мне кажется, такое вот проявление, вот такое вот, не знаю, ну вот так вот я увидела это, что люди от этого получают удовольствие не сам по себе, это не принесет тебе радости, а нужен контакт. Вот это взаимность, нужно желание, нужно иметь желание выполнить то, что ты хочешь, в конце концов. И, может быть, в этом наше продвижение, выполнение вот того, что ты хочешь. А твое желание – это вот как индикатор того, насколько мы моральны. Да, наверное, правильно. Но действительно, когда наше желание будет только делать добро ближнему, это, можно сказать, что цель творения будет достигнута. Но мы пока еще находимся не там. И вот, к сожалению, когда очень часто получается так, что люди там прекраснодушные, которые хотят всем только добра, они, к сожалению, оказывается, что своим ближним как раз они вовсе добра не хотят. Я не хочу там показывать пальцем, например, но вот какие-нибудь левые израильтяне, которые хотят очень милостивы к арабам, за счет близких евреев. Мы все время находимся в какой-то дилемме. С одной стороны, мы действительно должны стараться испытывать братские чувства вообще ко всем людям, сделать максимально добро всем. Но иногда это оборачивается противоположной стороной. Очень трудно найти вот это правильное равновесие. И это тот путь, который проходит человечество. Да, я так думаю, вот в этом и суть. А не важно даже, плохие отношения или хорошие, это некая этапность. Это некое качество ты в себе развиваешь и идешь дальше. Не важно даже, хорошо, ну вот в контакте между людьми, когда событие, просто событие, уже есть контакт, это уже хорошо. Потому что, ну, не думаю, что у Бога есть вот чувство, да. Ну, видимо, в этой схеме что-то зашито. Вот именно в контакте между особями. Вот так бы я сказала. Нет, безусловно, контакт это центральный момент. Во-первых, контакт между конкретным человеком и Всевышним, между всем человечеством и Всевышним, между человеком и человеком, потому что это то поле, на котором мы работаем. То, что кто-то может ощущать свой контакт интеллектуальный, духовный, какой угодно со Всевышним, и при этом делать гадости своим ближним, это не стоит ничего. Это чистое заблуждение. Поэтому, как бы, это вещи, которые должны идти вместе. Тем, что я делаю добро своим ближним, я выполняю волю Всевышнего, я приближаюсь к нему.
И все это действительно, как вы правильно говорите, это связано с контактом, со способностью понять друг друга, со способностью принять другого. На самом деле, вот эта идея принятия другого, она, я уже об этом, мне кажется, когда-то говорила здесь, она очень сильно развивалась в 20-м, в прошлом веке, ее развивала, и она очень сильно прослеживалась во всяких философских течениях именно Парижской школы, как... в основном очень сильно это, гораздо большей сильной степени является центром философии у Левинаса, но и у Мениту это тоже мы во многих местах находим, что отношение к другому это определяющее, определяющее как свойство человечества вообще на том этапе развития, который мы проходим. И интересно, ну, я не хочу спекуляции про сегодняшнее состояние мира, который экзамен, который мир неожиданно был сделан. Мы еще в самом начале мы не знаем, чем это кончится, но уже сейчас видно, что очень разные общества очень сильно различаются в отношении того, как мы ценим человеческую жизнь, чем мы готовы пожертвовать ради спасения жизни, материальным благосостоянием, развитием экономики. Есть страны, которые говорят, не важно. Умрут, умрут. Так умрут, значит, им так и надо. Всерьез. И вы видите это очень много в интернете. Конечно, я не пророк. Я не знаю, чем все это кончится. Это очень серьезный экзамен. И мы не представляем, как он может быть... Трудно очень сказать, что будет завтра, но нет сомнений, у меня, например, что это экзамен серьезный. Во всяком случае, на сегодняшний момент видно, насколько по-разному разные страны его проходят. Дай Бог, конечно, мы все молимся, чтобы это испытание человечества прошло бы получше. Человеку полезно оставаться самим собой, может, он добрее. Это одна из сторон того, что с нами случается. Я не знаю, я как-то не особенно заметила разницу. Пока, хотя, конечно, постепенно понимаешь, что сколько. Ладно. Тут, наверное, кто что хочет. Кто хочет подобреть, тот подобреет. Тут, наверное, опять же желание. Чего ты хочешь? Давайте немного еще продвинемся. Да, Никама, спасибо вам большое, что я все правильно поняла. Спасибо большое. В известном пиуте поэт пишет про субботу. Сделано последнее, замышлено первое. Самая сложная и трудная часть при написании книги – это введение. И обычно его создают уже после того, как книга завершена. Введение обобщает то, что в книге описывается в подробности. Слово «берешит», у которого начинается Тора, уже намекает на цель творения. Его можно прочесть «бараши», «бараеш», «сотворил существующее для определенной цели». А намек на цель содержится в стихе «вот происхождение неба и земли при сотворении их». Слово «при сотворении их» «бихибарам» состоит из тех же букв, что и имя Авраам. От Авраама к Ицхаку, от него к Якову и к его сыновьям, и далее к народу Израиля и к Мессии. Еще раз подчеркивает Рамушкина здесь, что для него развитие истории – это развитие личности, развитие индивидуальности. То есть в каждом поколении возникает некий человек, который олицетворяет собой как бы все поколение, и когда возникает на линии истории Авраам, это существенное продвижение в моральном смысле. Это Авраам возникает как начало еврейского народа, но с этой точки как бы начинается надежда человечества. Путь к Мессии, к Машиху, может быть, надо написать. Адам – это единственная личность в мире. То есть изначально есть только одна личность. Мужчину и женщину сотворил, как бы
Вначале говорится, что это Адам. Есть только один путь быть человеком, и все, кто следует этим путем, считаются людьми. История постоянно ищет совершенного человека. И с точки зрения метафизики, Авраам мог быть этим человеком. С самого начала творения Бог обеспечивает успех истории, приобретая в запасе Авраама. То есть Бехарам, то, что в этом стихе есть намек на Авраама по Мидрашу, буквы при перестановке намекают на Авраама. Это означает, что он запланировал еще с начала истории как некоторая карта, как, поскольку Бог понимает, что ему приходится направлять историю из-за кулис, что без этого человечество не может само найти правильный путь. И вот Авраам стоит, как эта вот карта, припасенная заранее. Создается впечатление, что история человечества в своем течении должна привести к созданию совершенного человека, когда на первом этапе она терпит в этом неудачу. И кажется, что она действительно терпит неудачу, потоп и так далее. Творец открывает лекарство, которое он хранил на этот случай. В мир приходит Авраам, и таким образом все сущее спасено. Это способ Всевышнего продвинуть мир, ввести туда, привести к рождению Авраама. Мидраш об этом говорит образно, как 10 поколений от Ноха до Авраама, Всевышний просеивал как бы всех людей, чтобы найти вот этого человека, который сможет продвинуть историю. Творец очень хочет успеха в достижении цели, и поэтому приводит человека, который спасет его план, когда все другие попытки потерпели неудачу. Вот на это намекает этот мидраш, который говорит, что Ибарам нужно читать как намек на Авраама. Давай продвинемся. История, так как она написана в Торе, раскрывает перед нами две параллельные истории. Одна история человечества от Адама до Авраама, а другая история еврейского народа от Авраама до Мессии, сына Давида. Первая – это история неудач, история пессимистичная, а вторая – история успеха, полная надежды и обещаний. Книга Берешит описывает схему событий, которые уже произошли и продолжают повторяться многократно до полного успеха. Есть некоторый архетип событий, историй, который повторяется и на протяжении истории, все время как бы продвигает человечество дальше. В Пятикниже есть начало, середина и конец. Начало – это введение к рассказу Писания, середина – сам рассказ. И он представляет собой цепочку поколений, поколение за поколением, до последнего поколения. Конец – это цель. То, что должно открыться в конце истории. Первый день Адама начинается с шестого дня Творца, поскольку все, что было сотворено до этого, всего лишь подготовка к приходу человека, на которого возложена божественная миссия. Свободный выбор, мораль, разрыв между миром реальности и всем миром, а также идея благословения и святости являются основными компонентами самой библейской истории. То есть все, о чем мы говорили, оно как бы часть библейской истории. Всевышний творит мир и человека в нем, и он ставит перед человеком цели, назначение. Будьте святы, и без свят я, Господь, Бог ваш. В этом физическом мире нужно достичь святости, сплочения качеств характера и духовного совершенства именно в этом материальном мире. Мы когда говорили о благословении и святости, говорили о том, что святость – это продвижение к цели творения. И это должно быть сделано по свободному выбору, поскольку в духовности нет предубеждения. Человек должен быть полноправным партнером Творца по своей собственной свободной воле. И от него ожидается, что он не будет марионеткой, не имеющей никаких собственных желаний. Чтобы человек мог сделать выбор, Творец дает ему доброе и злое начало. Человек предстает перед змеем, находящимся внутри него. Поэтому в Саду Эдемском нам представлены 4 персонажа. Бог, змей, Адам и Хава. Бог творец с самого начала организует историю, и он наблюдает за своими творениями из-за
занавесы природы, ожидая, когда человек достигнет божественной цели, ради которой он был помещен в мир. Суть Творца выражается в том, что он предоставляет существование, сотворяет человека, который получает это существование. И Бог ждет от человека, чтобы тот стал нравственным и предоставлял существование другим, так же, как это делает Всевышний. С этой целью Всевышний сотворил у человека свободу выбора, и рядом с ним он помещает женщину и змея. Как мы уже видели, змей был задуман как человек, но не смог достичь этого уровня, поэтому появилось естественное существо, лишенное морали, змей. Отсюда возникает конкуренция между этим змеем и Адамом за женщину. Я еще раз хочу остановиться. Мне бы хотелось кого-то еще услышать. Может быть, я не очень внятно что-то сегодня говорила, или наоборот, что-то пропустила, о чем стоит поговорить. У меня есть вопрос, если можно, я задам. Да-да, конечно. То, что, с чего вы начали в начале урока, да. Это то, что целью для человечества является такая мораль, когда каждый человек становится дающим. Если мы говорим про Авраама, то, в принципе, он и был дающим все время, но он был при этом несовершенен. Потом вот в трудах монету, что я... Да-да-да, конечно. Не только монету это. Да, его продвижением как раз было ограничение этого хэсэда. Вот поэтому можно ли говорить о том, что целью человечества является вот такая безграничная... Никто не говорил о безграничном. Говорился правильно. Правильно, конечно. В правильном соотношении, но понимание братства именно правильного. Да? И когда я говорил, допустим, как пример, про израильский хлеб, я как раз хотел подчеркнуть, что это очень сложный вопрос. Ты не можешь быть бесконечно добр ко всем. Это твоя безграничная доброта, она на самом деле приводит к трагедии. И выделение одного какого-то качества из тех качеств, которые присущи Всевышнему. Он хочет, чтобы человечество их приобрело в правильном соотношении. Правильное соотношение братства, не ложное. Это не значит, что ты безгранично всем даешь. Это основа, как бы, основа братства, но это не все, безусловно. Потому что структура вот этих миров и всего, если бы от нас нужно было что-то суперпростое, вот только давай и все, будь полным полностью альтруистом. На самом деле это совершенно не так просто, потому что если ты полный альтруист, для себя вообще ничего не хочешь, то ты, твоя личность при этом исчезает, у тебя нет собственных желаний. Вообще не хочешь отдать все, что у тебя есть, ты не можешь, если ты отдаешь все, что у тебя есть, ты сам перестаешь существовать. А не то наоборот пишет, что человек, это неплохо, что у человека есть собственные желания, что у него есть какие-то свои цели в жизни, что он должен стать партнером Всевышнего в творении. Ты не можешь стать партнером, если ты отдаешь все и отказываешься от себя полностью. Поэтому то, что от нас нужно, это правильное понимание соотношения различных качеств. Но когда-то я читал, есть такая небольшая книжка, которую написал Рав Винер, из того, что он слышал когда-то на уроках Маниту. Он приводил небольшие какие-то отрывки, то, что у него сохранили записи, когда он учился у Маниту во Франции еще. И там Маниту сравнивал Кабалу Ашлага и Кабалу Рава Кука. И там он говорил о том, как же это он сформулировал, Кабалата Еш,
это Каббала Ашлага, который, в общем, на самом деле, Каббала Ашлага, он очень сильно на ней основывался, Рав Ашкенази, но это не все. Это, он ее как бы не совсем... Не, он много из нее взял, скажем так, но не остановился там. И он говорил о том, что это Каббала-то ешь, и человечество должно прийти к нему, потому что человечеству недостаточно на сегодняшний день как бы представление о том, что человек должен быть милосерден своему ближнему. Но для Каббала Раба Кук, как писал там Рав Виноль со словом Миниту, это Каббалата Шхина. Он считал, что у Израиля оно уже освоило, осознало вот этот первый уровень принятия Каббалата, то есть то, чему хочет научить Рав Ашлаг, то есть этого альтруизма. И действительно, на самом деле евреи там, во всех этих альтруистических, левых, коммунистических и прочих течениях, они всегда играли, я не хочу сказать, что они позитивную роль играли, но играли большую роль. Их всегда притягивало вот это вот желание борьбы за свободу, за права человека, до сих пор притягивает. То есть, как народ, как некоторое сообщество вообще еврейское, которое усвоило определенные идеалы, мы как бы осознали необходимость вот этой, внутренне осознали, внутри, в целом, это не относится к каждому конкретному человеку, но как народ мы осознали необходимость принятия другого, альтруизма. Но этого недостаточно, надо подняться на более высокий уровень, который называется принятие шхины, то есть диалога со Всевышним. То есть это правильное соотношение разных свойств, с одной стороны. С другой стороны, что все это не просто так, что это некая платформа для того, чтобы быть в диалоге со Всевышним, что мы делаем... движемся по истории к вот этому, к вот этой цели. Вадим? Куда? Может, меня было не слышно? Все слышно, да. А Вадим куда-то пропал? Хоть бы сказал чего. Ладно. Нехама, можно я опять? Сегодня мой день просто. Да-да. Видимо. Да. Знаете, мне кажется, вот взаимоотношения между людьми должны быть равноценными. То есть те же желания, которые мы испытываем другому человеку, должны быть нам возвращены. Они должны совпадать. Ну, это мир же очень сложно, понимаете, мы пытаемся построить какую-то... Да, редко желания совпадают, потому что люди разные. Ну, простую вот, схему. Желание. Но что интересно, все-таки мы продвигаемся при всей сложности, которая как бы кажется, что все эти схемы необыкновенно сложные, что все время нас ставят как бы Всевышний в какие-то такие, перед нами ставят сложные задачки, непростые, которые мы пытаемся разрешить, правильно соотносить свои, как бы, в своих отношениях с другими людьми, да? Чтобы эти отношения не были, чтобы они были метуканим, как-то исправлены, да? Чтобы в них был, во-первых, искренность, во-вторых, способность отдавать, в-третьих, не давать себя, как бы, эксплуатировать, то есть они должны быть равноправными. И при этом это все очень непросто, когда ты находишься в контакте с другими людьми, например, даже не всегда людьми доброжелательными, да, ты встречаешься сегодня когда-то на просторах интернета, ты гуляешь, и ты встречаешься с человеком, который относится к тебе недоброжелательно, или начинает тебя сходу критиковать, или отрицает то, что ты говоришь. Как тебе правильно к этому соотнестись? Когда вообще лучше промолчать?
когда ты понимаешь, что тут не, ты с ним, тебе нечего ему сказать? Или как ты можешь понять другого, или попытаться понять другого, или найти какой-то способ согласиться с ним, и тем не менее прояснить свою точку зрения? Эти вот все нюансы в общении между людьми, они, я думаю, что это очень интересно, что сегодня вот этот вот виртуальный мир, который предоставляет нам возможность контакта с огромным количеством людей, которые вообще даже, я не знаю, кто они очень часто, откуда они пришли, это замечательный тренинг в смысле построения правильных взаимоотношений для каждого из нас, когда он спрашивает себя, а я... Не глупости я ли ему сказал, когда вот сказал так-то и так-то. А вот я должен был, может быть, сказать по-другому, и было бы лучше и для него, и для меня, и для поиска взаимопонимания, и вообще для всего виртуального пространства. Потому что все это непросто, да. Вот каждый человек смотрит с какой-то своей индивидуальной точки зрения. И когда ты даешь место человеку другому, позволяешь ему увидеть мир так, как он видит, не обязательно соглашаясь, но понимая, что Всевышний дал ему право видеть мир по-другому, происходит продвижение некое всего человечества, я думаю, в правильном направлении. Спасибо, Нехама, большое. Очень приятно было. Ладно, но тогда мы на этом, может быть, остановимся. Андрей...